3 ноября Симферопольский художественный музей открыл двери всем желающим принять участие во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», целью которой стало сокращение дистанции между посетителем и творчеством. В мероприятии приняли активное участие студенты Международного факультета медицинской академии Крымского федерального университета. Мы были очень рады, что наш художественный музей проводит такие уникальные мастер-классы. У нас очень много творческих ребят, но их способности иногда для нас самих являются тайной. Но вот когда мы узнали, что есть такой мастер-класс, сообщили ребятам, оказалось, что очень многие из них заинтересовались. И вот в этой пока что еще первой группе ребят, я думаю, что мы будем потом расширять это все направление, есть ребята, которые проявили неординарные способности. В историческом интерьере офицерского собрания звучала музыка эпохи барокко. Элементы экспозиции возвращали во времена Пушкина, когда правилом хорошего тона было умение музицировать, писать, рисовать. Атмосфера праздника позволяла гостям воплотить все свои мечты на мастер-классах, которые каждый выбирал по зову души. Могут выбрать. Выбор, что к чему лежит душа. Что больше хочется попробовать, потому что это творчество, это процесс такой, который требует еще и, все-таки каких-то таких внутренних, такого внутреннего, не только умения, а это должно быть в душе, душа должна распахнуться, чтобы творить. Ночь искусств стала ночью творчества. Восприятие через искусство русского характера, традиций и национальных особенностей. Культура – это язык международный. Сегодня весь мир, настолько глобализация, да? Поэтому язык красок, язык линий, язык звука – это все доступно, мне кажется. Это объединяет нас. Неважно, где мы живем, на каком материке, в какой стране, на каком языке мы говорим. Искусство объединяет. Творчество позволяет раскрыться, выявить удивительные таланты, которые приносят радость и удовлетворение.